участник имела в виду имя Сахарян Станислав Артурович, 2006 года рождения, кандидат на транспортер. Представляет первый Кавказский федеральный округ, город Ставрополь. Тренируется под руководством Григоряна Юрия Анатольевича. Первый тренер Григорян Давлад Камович. Лучшее достижение, первое место перед Северокавказским федеральным округом в 2020 году. Начал заниматься дзюдо в 2015 году. Его соперник и дзюдоги Бирамшоев Иркас Ижевич, 2005 года рождения, третий спортивный разряд, город Москва. Уважаемый Олег Владимирович, лучший результат, пятое место, перед Москвы до 18 лет. Занимается дзюдо 2015 года. Арбитр на сами Александр Мокиев, всероссийской категории, уровень федерации. Thank you.
Череповцы федеральный округ, город Ставрополь. Шестерку сильнейших спортсменов среди юношей весовых категорий до 46